Окей, okay, попытка номер два, потому что за дверью умирать это плохое начало. Давайте так, значит, Эра, давай ты тогда будешь идти вперед, тебя будут прикрывать танксы, а я уже буду за вашими мужественными спинами прятаться и лечить. Потихоньку, не спеша, обстоятельно. Так, подожди. Эра, давай обменяемся тогда книжками. Блин, накидали кучу. Интересно, я могу читать? Да? А хотел, тебе, кажется, нужен спеллбук, по идее, свой. Фаербол. Огонь я не потянул, свет. 4, 5, 6... Да, не могу учить их. Рейдж, собирай. Угу. Это мои, да? Да. Окей, все, поехали. Заперта дверь, что ли? Так, говори, когда тебя лечить, потому что я ж не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ты делаешь? Они слишком быстро. Да, видишь, блин. Так, ну, блядь, это было быстро. Так, попытка четвертая, да? Давай по-буренькому обменяемся тоже спеллами. Вам тоже надо 4 раздобыть. Да не, ну руками можно кастовать только когда, ну, они свободны, как я понял. Да нет. Нет? Хз. Окей, я готов. Эр. Так, давайте тогда я не буду тратить свою ману на огненные шары, я буду просто вояку лечить, а ты будешь танковать. Скелеты, осторожно. Так, что-то катится, или? Нет, показалось. Крысы жрут скелетов. Ой-ой-ой, 15 хп. Еще надо? Нет, нормально. Два скелета. Окей, у меня маны 20 осталось пока. Палки не помешали бы, кстати. Металлическое копье, металлическое, шлем. Декрепит. Говно полное, в общем. Если найдете кусок сыра, не съедайте, можно, я попытаюсь прокачать апрейзинг. Так, это ниже, да, я смотрю? О, что это за накидка? Надо изучать. Стоп, тут чувак какой-то внутри, смотрите, пацаны. Это я не знаю, кто это такой. Может, торговец? Да не, не похож, это тюрьма, скорее всего. А, да. Так, здесь у меня 3 скелета. Ну, тогда не надо. Здесь? Ботинки нашел. А рычаг, чтобы открыть, пока нету, да? Решетки эти. Потому что... Лучше не стоит. Ну да, это 3 скелета плюс этот мужик, это не... А, вот рычаг. Скелет, скелет, сзади. Скелет. Кого лечить? Мне не надо. Все живут. Окей, хорошо, поехали дальше. Посмотрим. Так, это толчок. Ну что, дернем за рычаг тогда, если скелет вылезет.
попробуем закидывать. О, смотри, нашел этот железный топор. Тем попал. Не, я с копьем. Ты лучше с копьем? Шлем исследует, и потом щит новый. Угу, окей, хорошо. Че, дергаем? Или дернем? Да-да, давай дернем. Так, скелеты идут. Слушай, сильный собака? Так, давайте мужика проверим, может быть. Так, осторожно. Стоп, кто-то стреляет? Блин, ай-ай-ай-ай-ай-ай, 7 хп. А-а-а! Собака! Ну как он меня успел только с одного удара убить? Точнее, да с двух. Ты по двух мой встал просто. А, черт. А, кстати, нет, пацаны, смотрите, оказывается, если вы уйдете на нижний уровень, то я воскресну. Ну, уровень рядом, сейчас спустимся. Да, 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 давайте. Ну, правда, нельзя будет обратно наверх подняться. Олень вроде без обид. Так, а я двигаться не, камеру не могу, только могу свой труп смотреть. Так, а где... А, вот спуск. Забирай, забирайте мои вещи, вещи забирайте мои. О, слушай, так это компаньон, что ли, получается? Да. А, это компа... в смысле, коллега, да? Так он с вами присоединился только потому, что вы его освободили? Видимо. А, окей. Отлично. Окей, я нарисовался, я голый, дайте шмотки. Ну все, поехали. А вниз спуск. Быстро. Яблоко на горе спланте. Угу. Такое впечатление, что мы здесь уже были. Я кто-то был до нас. Так, Гаш. О, отлично, где? А, вот он, на самом деле, да. Я у торгаша. Хотя, на самом деле, тут особо делать нечего, но у нас мало что продавать ему. Я потихоньку прокачиваю себе навыки, а когда выйду на базовую, скажу и тогда проверю все вещи. Ну ладно, идем тогда погуляем. Зачистим. Ой, это подземелье. Что? Я просто еды куча. А, да? А, да. Ок, окей, давай, кидай. Еду. Давай еду. Срочно, я сейчас... Давай, да, давай. Буду сейчас с хавчиком разбираться. Крыс, окей, это держи, это готово. Молодец. Да ну нафиг. Что за дела? Мне все еще мигает, это херня почему-то. Тревожит или что это потом. А что, а то что ты голоден? Да. Ну так поешь, возьми, возьми, конечно. Все, съел, у меня, либо у меня прольется с этой еды. Ну возьми, вот мясо, мясо кинул, поешь. О, все, спасибо, ты меня спас. Окей, отлично. Книжка. Где? Вот, она ведь. О, давай посмотрим. Ого. Журнал какой-то. Кольцо или это что? А что за рычаг? Дернем? Что-то открылось. Здесь еще проход. О, золото. А вот дверь открылась. Ага, окей, одна. Осторожно, осторожно, осторожно туда, смотрите. А, значит, тут два рычага надо дернуть, да? Хорошо. Вот второй рычаг. Камень, камень, осторожно, этот камень может покатиться этот из дыры там или куда-то. Тут еще дверь с этой стороны есть. Открыл дверь. Ребята, а почему два, ну, на мини-карте две точки красные горят? Это два входа вниз, я понимаю. Я опять есть хочу. Да что ж тебя так на хавчик пробило, а?
Ну иди сюда. У меня еще есть еда на исследование. А, есть, да, ну-ка. Так тебе дайте яблоко? Хотя я уже отрываю от себя просто. Окей, сейчас проверим. Это исследованное. Шапка не нужна мне. Ребята, а Робин Гуд, кто это тут стоит? Это наш компаньон вроде. Стоп, этот рычаг мы дергали? Да. Нет, это другой, который с зеленым. А, не, Робин, я не знаю. I shall bleed you for three. Знаю. Вон еще один зеленый, ребят. А, у тебя можно ловер. Отлично. Слушайте, можно пати набрать. Кстати, я первый раз так вижу, чтобы столько народу можно было собирать, на самом деле. А, у пауки, о, кстати. Еще книг. Где? Вон здесь внутри. Окей, хорошо. Спелбук, отлично, сейчас посмотрим, что это такое. Фонтаны, не спешите пить, потому что, помните, я траванулся. А у тебя это самое, исцеление проклятий же есть с заклинанием. Не, нету. Как нету? Снять проклятие? Да. А, ты имеешь в виду... Cure Element, да-да-да, это есть, это есть. Это вроде оно и есть, снимает. Всякие болезни, все дела. О, у меня этот православное яблоко есть. Slightly Edge Blessed. Так, книгу не могу изучить, мозгов не хватает. Окей, здесь разобрались, да? Пошли дальше. Там за углом, кстати, есть еще вроде... Бля, кто мне ударил? Ой. Ай, нет! Пардон. Суккуба, откуда я... Ну, молодцы. Все, пацаны, давайте, собирайте мои манатки и чешите на следующий уровень. Почему я умираю, блин? Ну нет, почему? Не ты. Не только. Нормально. Идем вниз? Да, идем вниз. Отлично. Блин, что за разговоры здесь такие? Осторожно, это дворф, атакует, это такой, бейте их. Нифига он. Ну чё дворфы на нас напали? Сволочи. А, еще один. А, меня завалили. А еще тролль прибежал, ну ни хрена себе. Нет, не стоило через центральную пройти. Не стоило совсем. Тип-тяпы, блин. Так тут два, слушай, тут два, а смотри, тролли между собой дерутся еще. Жесть. Порвали. Что, их собираем? Два воина хила? Даже не знаю. Еще? Я вроде готов, пошли. Попытка пятая. Вы, ну, видишь, мы не защищаем, мы бежим в самый низ, и, разумеется, неподготовленных нас слишком часто вырезают. Вот это проблема. Скелет. Так, драку слышу какой-то серьезную. Та же самая тюрьма, что ли? Не, другая немножко. Ну, а ёлка, это полезно. Только две крысы здесь, в основном. Ладно, давайте пока сами на потом, да, сначала зачистим полностью весь этаж. Эс, выломай, пожалуйста, дверь. Что ты делаешь? Блять! Зачем? Мне послышалось, Анкси выломай дверь, и я фаерболом хотел пустить в дверь. А тут хейс выйдешь. Молодец. Это напоминает песенку такую старую.
я у торгаша. Стальной щит у него есть, рогатка. Стальной меч. Кстати, да, вот слушай, неплохие вещи у него. Блин, ничего не хочешь покупать, собака. Че, туалет? А, не, окей. То есть то, что он про, то, что он продает, то, то в основном он и покупает. Кто там еще? О, продает. Тролль, ребята, идет. Окей, окей, иди. К торговцу. Вот он у торговца. Я его сейчас тормозну. Где он? Назад. Ну, вот ушел. Все, я его затормозил, давайте. Отлично. Шикарно. Есть левел. Угу. Так, рычаг, я так это дергать сразу не буду. Давайте вернемся к торгашу. Да. Угу. У него ничего не упало, тролля? Нет. Мне тоже надо продать кое-какие вещи. Эйджел, ты все вещи себя, что ли, продал? Или у меня колючит игра? Не понял. Ну, ты сейчас без одежды бегаешь. Ну, а, да, я все правильно, я продал шмотки. Окей. Да нафиг надо, они все равно ничего мне не дают потом. То, что надо будет, я подберу. Жратва кому-то нужна? Нет, у меня есть. У меня есть. А, хотя нет, мне дай. Да, возьму. Так, скелет где-то рядом. Минотавр, торговцу. Он, блин, он ломает все нафиг вообще. Ёб по... твою мать. Бегите. Нет. Он за мной бежит? Я не знаю, где он. Нет, он у торговца, он за, да. Подожди, я попытаюсь его затормозить его. Смысл? Один остался. Да. Не, может, я успею сбежать в нижние туннели. Я тогда с вас воскрещу. Так, я вижу. Вижу туннель. Блять! Ай-яй-яй, он убил меня. Я прямо ему головой в между ног уперся. Собака. Гад. Кидайте заново свои светлячки. Да. Скелет. Ядовитое яблочко нашел. А, хорошее местечко. Кстати, обратили внимание, что разное оружие на разных тварей по-разному действует. Тоже момент такой. Да блин, я слеп, пацаны. Ну нафиг я из фонтана попил, а? Интересно, это проходит со временем? А, хороший вопрос. За руку поведем к этому. А, все, прошло, да, нормально. Это временка была. Фух. Я где-то кольцо нашел, которое рандомно телепортирует, ну, в синглплеере. Серьезно? Класс. Да, это вообще жесть. Ну, там каждые там 10 секунд. А че, яблоко выкинули? Сухое. Так, яблоко... Скелет. Блин, нифига себе, два удара его замочил. А яблоко выбросил, да, оно проклятое. Так, тогда вот еще. Блять. Ну, показать. Ну, за шлем можно вот этот. Угу. Но это навыков пока мне не хватит, это со временем, пока я всю еду изучу. Так, пацаны, давайте. Дальше. Там аккуратнее, там дыр наверху. Да, вижу. Да, все, отходим. Туда лучше не идти. Закрытая дверь.
Да ладно. Так у тебя же есть же посох открытия. Да, сейчас сделаем. А ладно, мы уже тупо силы прибежал такой. Чуть. Священное яблочко есть, отлично. Факела никто не заберет? Да, мне некуда. Хотя возьму пар. Интересно, это что вообще не кастуется? Эджел, сыр в зале. Где? А, окей. Нашел спуск вниз. Так, надо врача. У тебя что такое? Нет. Ты захворал? А, это плохо. Ну окей, держись пока за нашими спинами, а зачистим, и постепенно у тебя восстановится. Трех скелетов тоже вынести. Очень легкая задача. Книжка. Денежки. И книжка, да. Поэма «Шахт». Все понятно. Так можно пока оставить и продать ее. Да они вроде копейки стоят, не? Больше инвентарь, я имею в виду. О, да. Сундук. Ох ты. Что там? Вперед. Так, как болты стреляют? Хоть я вот вижу. Слабенький урон болтов. Ну, против скелетов это слабо. Так, вот у нас так. Здесь надо рычаг найти, наверное, да? А хотя здесь вообще телепортация, скорее всего, нужна. У кого она есть, пардон. Да, ни у кого. Теперь у нас осталась центральная эта комната, я смотрю. Попить воды не... Стоп, скелет вижу. Где он, собака, убежал? Я слышу, как он гремит своими костями. А вот он сзади, сзади за ними, передо мной. Ну все, у нас осталась одна вот эта большая комната. Давай тогда ее зачистим и можно сюда сваливать. Нет, еще не одна. Еще в левом нижнем углу осталось. А, да. Стоп, это... Камень. Это комната, из которой... Нам уже выпавший. Угу. Свиток нашел здесь. Все, я думаю, можно сваливать. О, нашел свиток, снимает проклятие. Это сохраним, это полезная вещь. Восемнадцать золотых стоит книжка. Так, а сыр кому-то дать? Ну что, пошли вниз. Да, блин.
Пауки. Здесь надо огнем их лучше бить. Огня нет. Опа. Давайте пока на дистанции. О, кто это здесь? Мужик какой-то с нами. Окей, он присоединился со мной, отлично. Тролль передо мной. Нет! Он убил моего компаньона. Гад. И мне пиздец, непонятно чего. От крыс. А, с крысок тебя сожрал, да? Тварь. Ну окей, ладно, держись, мы тогда тебя подберем попозже. А чего это путешественника? Что-то я так медленно стал идти. Перегружен, что ли? Погоди, подожди меня, бро. Слушай, Эр, а у тебя какая броня? Железная. Окей, хорошо. Кстати, у нас там рядом со входом был. Да. Ну давай сначала, может, зачистим это дело, потому что, ну, жалко, если что-то интересное пропустим. Uh-huh. Да, блин, у тебя есть пожрать? Я что-то мне совсем плохо мне. А, еле иду. Спасибо. Ой, нет. Эту комнату с пауками открывать вообще не хочет. Не надо. Скелет идет там, где я умер, по направлению к вам. Не вижу. А, вот вижу, скрыт. Да. Ага. Ты нормально все там? Да. Так подожди, ты, кажется, истекаешь кровью. Это норма. Окей, все. Видишь, все-таки навес играет большую роль, потому что я перезагрузился броню и еле-еле двигался. Если ему не надо. Если, а ты же идешь, да? Okay. О, нашел новый спелбук. Сейчас посмотрим, что там. Ух ты, смотри, нашел спелбук карты делать. Сейчас изучу. А, не могу. Черт, не хватает навыков. Короче, делаю спел и открывается вся карта. Как тебе нравится? Шикарно. А что требует? Какой скилл? Не показывает. Просто говорит, что не хватает. Слишком сложный скилл. Так, амулеты, джемы всякие. А вот, кстати, для изучения нужен какой-то скилл, ну, прокачанный? Что ты говоришь?
Ну вот когда ты изучаешь undefinite предметы, какие-то скиллы нужны, в смысле, для того, чтобы с первого раза изучилось. Потому что я сколько раз не тыкал, мне постоянно невозможно изучить. У тебя как-то раз-раз и сразу все предметы. Undefinite. Ты имеешь в виду undefinite? Да, да, да. Да, это для этого, для этого навыки нужны. Нашел magic stuff какой-то здесь в сундуке. Force bolt. Продать не получится ему, к сожалению. Эйс, иди, иди сюда, рукавички тебе железные. Ух ты, паук идет там, где красная точка, по направлению к вам. Угу, окей, тогда идем перехватим его. Куда-то налево свернул от красной. Вот, сзади, сзади, сзади меня. Ааа! Блин, я отравлен чутка, но я думаю, яд вытяну. Все. Фух. Оклемался. Вот нафиг я начал болтами стрелять, если у меня палец было. С перелякой, блин. А если ты как по скорости, нормально? Что ты медленно ты идешь? Ну, у меня вещи его. А, да, окей, хорошо. Да, давай, ну, скинь мне немножко, я это помогу тогда. Так, ну его, наверное, упавший камень. Нашел книгу, называется Lusty Goblin Maid. Это, видимо, это к Муровинду. От слон. Да, в Скайриме тоже было. А, да, было, да? Да. Нет, так а вот это ж пошло с Lusty Argonian Maid, это с Муровинда. Ага. Ну я просто не играл, так что не знаю. А, серьезно? О, ты че? Да. Классика. Шлем, наверное, выкинуть, что ли? Так, скажок протухший. Яблоко тоже. Копье не понадобится. Нашел также посох холода. Отлично, это возьму с собой. Как раз на тролля. М? Тролли, минотавра в самый раз. А они разучат сильно холода? Зелье паралича. Это кидать надо во врагов, тогда их будут парализовывать. Так, шлем неопознанный, да? Нашел значит, кольцо силы. Это, я думаю, тебе... Хотя, ладно, мне тоже подойдет. Осталось только найти гору роковую. Все, идем дальше. Так, у меня покевов не осталось. Окей, держи мой. Да ладно, я с тобой лучше буду ходить. А зачем? У меня ж заклинание есть. Книжка еще. Отлично. Manor of Christmas какой-то.
Судя по звуку, там через обрыв. Подожди секунду. Тут мы не полезем, ученые. Здесь были. Нужен второй рычаг. Мы в прошлый раз спустились, там столько веселого было. Вот второй рычаг. Все, идем посмотрим. А, это, кстати, спуск. Да, это спуск. В прошлый раз получили. Что? А, ты хочешь по... Так нет, там ты чё, это там вылип повылазит это. Лучше вон через дырку другую. Пошли там, у которой открыли. Ну, мы сейчас через нее спустились. Четыре тролля, куча гномов. Ну, может, на этот раз будет получше. Четыре гнома и куча троллей. Тем более у меня новый посох есть. Смотри, какой имба. Ты где? Видишь? Ну что, готов? Так, а как кидать зелье? А, просто атакой. Опять, о, опять эти. Блин. Предупреждали. Мочи, мочи. Ладно. Так, один ушел. По стенку. Я... Ну что ж ты сделал? Вот вы наркоманы, блин. А, все, у меня посох закончился, нет. Блин, сколько их тут? Закрывай двери. Да-да-да. Они все равно откроют их. А, да их... О, тролль, 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 тролль. Фак, фак, надо сматываться. А, еще здесь тролль. Да нет, они здесь. Пошли нафиг, козлы. А, быстро, быстро, быстро. Да нет, что ты делаешь? Черт, 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 черт. Так, свет есть, фух. Окей, мне надо, в общем, рвать отсюда когти. Я просто вслепую бегу сейчас, не знаю куда. И смотрю на карту, если я смогу увидеть мигающую красную точку. Слушай, тут их уже трое троллей. Трое, да? Слушай, тут оказывается в этих шахтах они добывают золото. Здесь куча золота валяется на... И все очень запутано. Мне бы как раз очень сейчас пригодилось вот это заклинание изучения. Один тролль выломал дверь и пошел за тобой. Блин. Так, тихо. Кайся гном. Да, вот он не видит меня. На, собака. Окей, о, у него лампа упала. Прекрасно. И новый посох. Так, так, надо кидать, кидать, кидать. Быстро надо избавляться от груза. Окей, все, у меня лампа стала хорошая. Может, я потом этот... А! Так, еще одного говноеда убил. У них, слушай, у каждого гнома очень довольно-таки много этого... А! Тролль! Нет, нет, ай, ударил тебе больно. Тебе гном пошел. Туда, куда ты сейчас бежишь, там с той стороны гном. Я сейчас заплутал в очень сильно... Все, нет. Все нормально, нормально. О, нет, тролль, тролль. Я вернулся опять сюда, что ли? Блин. Да-да-да, тролль аккуратней. И гном, и блин. Собака. Нет, киллер нужен. Блин, слушай, это очень так. Это такой уровень, где надо просто как-то выживать, да, потому что. Где выход? Блин, если бы был бы. Да, ну нужны все-таки маги, вот скомбинированная команда, потому что если мы трое миличников, это полная проблема. Подожди, 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 кажется, что-то мигнуло, мне показалось. И четвертый нужен, да. Нашел, нашел люк. Окей, пацаны, есть. Фу. Отлично. Так, а теперь чем драться? А, я не знаю, это уже ваша проблема. Ладно, Нати, держите тогда это, какое-то хоть оружие. А я буду щитом, и вот еще топоры есть, пару посохов, и я забрал у гномов. У дворфов. Так, это проклятый, это надо выкинуть. У меня три посоха, я надеюсь, они как-то могут помогут, потому что они вам огнем стреляют. Ангзи, бери этот броню. Броньку. Да я так, я думаю.
Так, форсбол кто-то изучил, я не знаю. О, отлично. Значит, посох молнии, кстати, вот он хороший. Я, кстати, выучил заклинание. Угу, хорошо. Вот еще один форсболт. И оказывается, у меня есть кольцо телепортации. Как я раньше не знал. Офигеть. Шикарно. Так, ну я ее сейчас нажимать не буду, ты же понимаешь. Не надо. Блин, я проголодался. Ну что, двигаемся дальше? А, так, и держи второй посох. А, пусть у тебя, наверное, будет. А, нет, стоп, мне нужен самому. Мне не надо. Да, мне самому нужен. Упс. Все, окей. Окей, пацаны, теперь медленно, спокойно. Здесь надо на этом уровне надо будет как-то... остепениться. Торгаш. О, торговец. Кстати, я сейчас пойду заберу все, что мы сейчас поскидывали. Надо будет продать ему это дело. И знаете что? Я чуть-чуть скиллы, кажется, прокачал. Я не знаю, может быть, больше денег. Он зельями торгует. Паук пошел. Где? Сам пошел. От торговца. Все целы, нормально? Да. Выбегайте лучше на открытую территорию, от греха подальше. Скелет. Тут сундук, кстати, еще есть. Два сундука. Magic Staff. Один запертый. Отмычки есть? Отмычек нету. Копье нашел. Кому копье? Мне надо. Окей, секунду, я исследую его сначала. Давайте лучше торговца соберем. Проклятое, неважно. Да, идем торгаша соберемся. Сейчас надо будет продать лишнее все. А он только эти напитки продает. Свиток телепортации. У меня кольцо телепортации есть. Как тебе это нравится? Классно. Да, слушай, против гномов, конечно, это проблема. Так, а что там с копьем? А, копье было проклято, я его выкинул. Паук! Отлично. Нормально? Управление. Сейчас, нет, может не пройти. Есть какой-нибудь антидиад, что-то? Нет, стоит, все нормально. Да что ж ты меня обливал всего-то, а? О, спал бок. Мне надо как-то прокачать карты эти, блин. Ну что, пошли дальше? Будем изучать. О, нашел также еще этот тормозит. Отлично, это хороший. Стальной щит. Пацаны. Стальной щит нашел. О, привет. Это к ядам ожерелье. О, не понял. Я сдох? С чего? А что случилось? Я, наверное, с голода сдох. У меня ожерелье этот противоядие. Да, серьезно, блин, вот я вижу. Жалко. Ладно, я пока на себя его одену, если ты не против. Ох, ёшкин. Подожди, обратно, заходи. Осторожно. Да, я вижу, видел, ведьма там дралась. Да, слушайте, тут какой-то тролль спит за столом. Да, вижу. Не будите пока лихо. Блин, не надо было ману тратить на это. У меня... Да. Сейчас, секунду, у меня мышка идет. Ай-яй-яй-яй!
Нет, стой! Тихо. Еще тролль идет. Бегите. Вы разбудили тролля, что ли? Бля. Их тут двое. У меня осталось две жизни и две маны. Я по коням, короче, извините, пацаны. Так, я заперся где-то в коридоре каком-то. Эра, давай ты ко мне быстренько, давай здесь перешкиримся пока. Тебе нужно ХП? У меня есть один этот. Фух, это было близко. Там вон красная книга еще не опознанная. Да, окей, хорошо, взял. Какой-нибудь меч там. Даже думаю, ну, надо два. Копье. А, для вас чисто взять, да? Да, хорошо. Окей, взял. Все, я выдвигаюсь, в общем, в поиске. Я и так уже медленно двигаюсь, потому что на мне вот эта металлическая броня. Посмотрим, что это. Тут главное не привлекать к себе внимание. Strangulation? Что это за амулет такое? Да блин, нет, ты гонишь. Я делал себе амулет, и он оказался проклятый, и он меня душит, и я не могу его снять. У меня нету свитка, чтобы снять его. Все, пацаны, я умер. Ни хрена себе. Ну я же его исследовал, он показал, что он не проклятый. Я сдох. Ну, идите вы в жопу.